Итак, сегодня наш 30-й день пребывания в Индии. У нас сегодня опять необычный завтрак. Мы вот завтракаем кукурузкой. Такой вот интересный. Чуть-чуть лайм. Вот тут вот лимончики маленькие. Но кукурузка тут очень вкусная, реально. На Гуа очень рекомендуем кушать кукурузку. Она очень тяжелая. Мы уже снимали отдельное видео, как мы тут варим кукурузку на кипятильником, с помощью кипятильничка. Вот, можно высыпать солькой, но я лично без сольки обычно ем. Лимончиков, в принципе, хватает. Кукурузка очень сладкая. Она лучше, чем в СНГ, бесспорно. Такая вот плотненькая. Одна кукурузка может до килограмма весить. Вот это вот половинка кукурузки, то есть она вот примерно так вот. Оказалось, что Муслим купил кукурузу. Это было неожиданно и приятно очень. Очень вкусная здесь. И, пожалуй, я такое не ел даже в Украине. Сочная, сладкая, так сказать, утро в раю. Наслаждаемся. Мое пребывание здесь подходит уже к концу. 5 числа мне нужно уже рано утром проснуться и выдвигаться на такси. Так что у меня сегодня на завтра будет последняя спокойная, непаренная ночь. Я буду собирать, наверное, уже завтра рюкзак, а может быть даже сегодня начну паковать. Муслим отдаст мне часть каких-то своих шмоток, потому что у меня будет 2 больших рюкзака по 23 килограмма. Наверное, схожу еще по магазинчикам, посмотрю, что здесь можно какие-то купить, может, сувениры, скорее всего, алкоголь куплю, потому что у нас дороже, наверное, местный ром или еще что-нибудь. Я увидел, там фенни продают, это настойка или брашка, или водка какая-то из этих плодов кешью. Не знаю еще, чем заняться, возможно, сегодня сходим к Бабе. И баба сделает мне супер-мега браслет. Я уже вырезал лоскуток из твоих труселей. Я их покажу, где это все происходит. Вот мои труселя, они на входе. Вот. Вот лоскуточек. Я его простирнул уже. Вот такой вот. И баба будет в этот лоскуточек складывать какой-то там предмет силы, который у меня тоже в портфеле есть. Положу, чтобы не забыть. И все будет типа. Вот, а еще скоро отправимся также набирать воду. Будет еще много интересного, так что оставайтесь с нами. Возьмем на всякий случай диктофон вдруг. Он у нас, как всегда, вернее, не вдруг, а баба не очень любит сниматься. Поэтому мы возьмем диктофончик. И вы, может быть, что-нибудь еще услышите. Я очень рад, что ты мне названиваешь. Побольше всяких звоночков от друзей. Это помогает мне чувствовать себя спокойно, что меня еще там ждут где-то в Украине. Так, у нас сегодня вегетарианские бутерброды. Вова по скайпу со своими друзьями, да, общается. А мы еще решили после кукурузки догнаться вегетарианскими бутербродами. Такие вот у нас бутерброды. 9 утром. И все, собственно, вот такой вот вегетарианский бутерброд без изысков, 2 томатика, ну, перчик и лучок. Вот бутербродик. Габриэль занимается там чем-то с компьютером, поэтому мужчины делают такие вот бутерброды. Просто перец на 3 части, 4 режется. Сказывается, бутерброда лучок режется толстенько и помидорка режется частей на 6-8. Совать это в булочку. Нам в лом идти. Туда вот метров 300 за яйцами, поэтому у нас такой вот завтрак. Плюс мы еще должны скоро пойти к бабе, так что времени у нас немного. Так что завтрак у нас такой. Ничего мужской суровый. Двигаемся. Мы в сторону джунглей. Или джунгли двигаются в нашу сторону. Это еще пока не определенно. А там мы наберем водички и встретим нашего друга Рахманчика, так его называют. Он же Баба, он же еще какой-то там. И он сделает нам, мне, вернее, мега оберег из того девайса, который он дал. Ну, предмет силы, я не знаю. Короче, покажу позже. Мы так и не знаем, что внутри той штучки, которую Баба должен зашить в лоскут ткани, который я буду носить какое-то время, чтобы избавить меня от боли в спине. Но Муслим говорит, что что-то, наверное, юридическое, какие-то
смеси чего-то там. Короче, это будет секретом и загадкой. Я буду в это верить и надеяться, что оно внезапно мне поможет. А там посмотрим. Вот такие здесь камни. Долго мы, как обычно. У нас разница 2,5 часа с Украиной. Двигаемся вот в те джунгли. Наберем там воды, посетим бабу. Посмотрим, что будет. Муслим взял диктофон, может что-то запишет. А потом обед. Вот так тяжело жить на Гоа. Вот здесь такое озеро, оно начало по чуть перетекать еще и сюда, в песке. Удивительно, что вода удерживается, не утекает вниз, там уже какие-то плесень завелась. Само озеро застоянное водичкой. И тут красивый мостик. А там домик. Sweet Valley Cottage. Арамбол. Двигаемся в рощицу. Здесь очень много туристов местных. Конечно, в этой роще сидят. Что-то продают. Кокосы. Ну, как всегда, жизнь течет. Hello. No, thanks. Предлагают. Зазывают. Здесь можно на шезлонгах полежать или в озерцо сходить. Очень много, в том числе и местных, видимо, любят это. Они купаются тоже местные в озере. Вот. Вид очень красивый, я пойду сюда. Снимаю сверху кокосы. Так что нужно ходить осторожно, чтобы тебе кокос на голову не упал. Под этой жирой плавится мозг. В тенечке 34. Без тенечки я даже не знаю сколько, может 60. Песок раскаленный, ходить босиком невозможно. А вот там сушат кокосы для чего-то. Аккуратно разложили их. Не мусорить, не трожь кокосы. Вот. Обновляют каждый год краской или по мере его истирания на горе. И вот такая вот чудо-аллейка, чудо-тропинка среди джунглей. Недавно здесь происходили сборы каких-то ребят из группы ВКонтакте по Гоа, и тут собирали всякий мусор и так далее. Муслим посетил это мероприятие под конец, видел, да, действительно собирали мусор в мешочки, мешочки где-то потом сложили. Мешочков собрали 20 строительных мусора, но все равно, это, видимо, были крупные. Если так смотреть на мелкие бумажки, то мелкие бумажки тоже присутствуют. Их, видимо, не собирали. Ну и вот там вглубь тоже, судя по всему, не лазили уже в чащу. Вглубь метров, в смысле, минут 15 где-то лазили. Может, там где-то дальше что-то. Ну, то есть такое, типа, по основной тропинке поубирали крупные детали. Ненужный мусор. Ну, вот по вот этой вот тропинке очень... Ну, читая, что пару сотен килограмм, я думаю, было мусора. Пару сотен килограмм. Ну, молодцы, молодцы. Я на это зрелище не попал. Что я делал, я не помню. Скорее всего, наслаждался деньками здесь, немногочисленными, которые мне отведены в этой местности. Скорее всего, на пляже валялся и не думал ни о чем. Предал джунгли, муслим говорит. Ну что, в следующий раз все будет норм. Я, так и быть, заберу с собой чью-то бутылочку. Ну так просто не какайте в джунглях, и все будет норм. Вот птичка синичка. Ну, уже ускакал я. Нора. Но в норе никого нет. Лучше в нору не сувать, потому что могут быть какие-то пауки большие, типа тарантулов. И вдруг как напрыгнут на лицо, и будет продолжение фильма «Чужой». В Индии только будет серия. И в ухо залезут. Ох, пока иду уже, весь покрылся потом. Испарено. Дорожка к ручейку вот простая, буквально секунд 40, минутку. Пройти аккуратненько, смотреть под ноги.
Все, вот он, ручеек, речка. Вот, и следующий там, следующий заход уже можно будет подойти. Там она будет более мелкой и набрать воды. Джунгли, они примерно такие, как я и предполагал себе в этих фильмах. Смотрел, лианы есть или что это, я не знаю. Короче, такие извивающиеся растения, их очень много. Они переплетаются друг с другом и в такие клубки просто собираются. Если бы здесь не было вот этой тропинки чудодейственной, то, конечно, пройти было бы unreal. Но так как тропинка протоптанная, тут, конечно, все ходят искать бабу. Камни аж натертые от тапок туристов и кроссовок. Пройти в джунглях поэтому легко. Чьи-то джинсы лежат, висят. Там эти бурундуки поют. Фух, утомился немножко. Но зато здесь прохладнее, в тенечках. Вот поворот на ручей. Можно идти направо, сейчас мы туда пойдем, а можно прямо идти. Прямо. А пока не надо, сначала наберем. Вот это, наверное, лиана называется. Вот такая извивающаяся длинная-длинная веточка. Не знаю, или что это. Кто знает, напишите. Угу. Вот ручеек, к нему спуск. Сначала. Кого, воду? А, там далеко. Короче, мы с ним, говорит, сначала к бабе. Ну, пойдем к бабе. Правильно, все логически. А то, возможно, баба далеко, а вода тяжелая, литров 6-8. И это может быть опасно. Мы идем по дорожке, которая петляет между камней огроменных каких-то образований. Возможно, это лавовые образования. Вот он видно, что и в реке так же само. В белых частях, в речке, это там, где белая часть, это там выгребали для помазания лица что-то. Это вот шкрябают глину такую, мажут лицо, ну, как грязевые ванны. И это лечебная хрень. В джунглях днем норм. Птички поют, пока светло, дорожка проходимая. Ночью, наверное, можно сломать себе все, что только можно, потому что камни и дорожка извилистая. Так. Смотри, дерево упавшее. Там внутри дерева, там такие волокна есть внутри дерева. Это мы идем, если кто еще не понял, к дереву баньяну сначала. И где-то там неподалеку будет тусить баба и куча всяких чуваков. По идее, должно быть с измененным состоянием сознания. Которые там будут долбить что-нибудь. Или курить. Там внизу кто-то бродит, ходит. Непонятно. Речка высохла, она такая, ну, не бурная. Пока что, может, есть какой-то сезон дождей, и она там начинает работать. Фух. Старость не радость уже. Ну что, прорвемся. Такие вот извивающиеся то ли кактусы, то ли что, с такими большими шипами. Вот, лучше на них не натыкаться. Мы вышли на какой-то, я бы сказал, это развилка. Отчетливо понятно, что часть идет к реке, и другая часть идет в гору. Нам, наверное, все-таки нужно в гору, потому что к реке нам нет смысла. И еще одна развилка. Можно подняться по одной в гору, можно в бок идти. Вот это интересно, почему. Муслим сказал, что я правильно иду. Но я примерно понял, что почему-то сюда. Ой-ой-ой! Я! Там какая змея поползла. Ух ты ж... Давай, давай, иди. Муслим не хочет идти вперед почему-то. Жалко. Мне уезжать скоро уже. У меня нет времени болеть. Это... Давай задобрим ее. Окей. Да. Эссе, кобра. 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 Габриэль такая, кобра, а нормально. Так сказать, кобра задобрится. Мы, если что, принесем в жертву. Я буду снимать кобру. Она с таким, такая зеленая и длинная. Ну и, конечно же, кобри по приколу.
тусить где-то возле этих дорожек. Видимо, они тепленькие, самые прогретые. Не очень большой. Пару метров. Фух. Кобра нас не съела. Спереди идет Габриэль. Она, если что, так сказать, проверит, есть ли там что-нибудь. Вроде бы видели тут какую-то кобру, но хотя такую какую-то, наверное, не очень большую, в пару метров максимум, зелененькую, добрую. В общем, направляемся к бобе. Сейчас посмотрим, чем нас сегодня порадует боба. Вова вырезал из трусов такой шлейф и будет вот повязывать его на руку. Есть в аюрведе такой способ приблизительно лечения. Потом, может быть, немножко подробнее о нем расскажу. Ну, посмотрим. Баба сказала, надо на 40 дней сюда вот прицепить таблеточку. Я сразу бы предупредил, говорю, Вове лететь через 3 дня домой на самолете, чтобы там не было никаких наркотиков. Он говорит, типа, все будет норм. Так что, в общем, возвращаемся. Какой-то, наверное, третий или четвертый раз к бобе по такой вот тропиночке. Что только не сделаешь для того, чтобы добраться до бобы. И змеи тут, и лианы. Ух, людей вообще нету. Ну, дневное время, наркоманы обдолбались и спят, а другие люди просто спят, а третьи выпили и спят. И на пляж. О, что-то, короче, какой-то новый звук. Опасный. Опасное что-то. Уже напоминает вот тот фильм, где этот был Арнольд Шварценеггер и хищник. Типа джунгли, джунгли, ничего не видно. И только что-то где-то шурудит. Вот. Честно говоря, мы уже очень идем. На таймере у меня 13,5 минут. Бабочка летит. Ну, летит себе и хорошо хоть. Сверху на деревьях лианы свисают, похоже на такие вот, как издалека, как змеи, тоже извивающиеся, если это лианы. Что? Что-то... Габриэль нашла что-то. Не знаю, что. Я прошел осторожно это место. Мы слышим звуки уже. А, это еще не выхнали, это просто музычка. Кто-то просто сидит. А, вот мы пришли туда, куда нужно. Она прям... Шикарно. Попробуем снять бабочку. В общем, интересно. Гораздо интереснее, чем кобра. Чем змеи какие-то. Я уже отстал, иду сам. Куда-то они убежали вперед меня. В общем, ну где-то баба тут сидит рядом. Он раньше сидел у самого дерева. Большого дерева баньяна. Вот мы его, кстати, уже, по-моему, видим. Ну вот-вот, баба сидит снизу. Вот, собственно, и все. Как вы видите, мы добрались таки до нашего бобы Рахмана. Можете его увидеть вживую на этом кусочке видео. Ну и, как ни странно, мы так и не забыли включить наш диктофон на запись. И просидели у бобы около часа, наверное. У нас получилось около 57 минут диктофонной записи. В общем, посмотрим в следующей серии. Возможно, мы что-нибудь из этого, какие-нибудь отрывки включим в следующее видео. Так что подписывайтесь на наш канал, будет все еще интереснее. Пока-пока, ставьте свои лайки, поддерживайте нас. А мы, соответственно, будем стараться выпускать для вас все более интересные и более полезные видео. Так что ставьте свои лайки и пока-пока. Увидимся в комментариях под этим видео. И также в следующем видео по ссылке в комментариях.